Так, всем добрый вечер. Моя вторая стрижка дома. Балчат меня стрижет. Первый раз мы стригли. Сколько времени? Месяц прошел, наверное, да? Да, прошел уже. Ну, то есть все остается по-прежнему, да? Ну. Помнишь, как меня постригли? Ну, в этот раз постриги короче. Так, и обратите внимание вот на эту картину. А ее там видно? Ну, должно быть видно. Это как раз та картина, которую Ира раскрашивала. Картинка по номерам. И мы ее сносили в багетную мастерскую и рамочку сделали. Спасибо, Ира. Да нет, что. Ну, в этот раз вот полочку еще все. Еще помыть надо было? Ну. Маму зови. А я у тебя деньги. Спасибо. Тебе спасибо.